Санёк, мы готовы. Например, вот Костя сделал мне предложение. Я сказала да, я согласилась. Потом Саша сделал Косте предложение все это отметить. И Костя согласился. Потом я сказала ребятам на их предложение, что пускай они идут чуть подальше, и они тоже согласились. А потом позвонил Артем Широкий, и нас круче. И мы согласились. Знаете, друзья, мне кажется, что мы самая бесхребетная команда. А мы начинаем. Сегодня будет очень много летнего настроения. Похлопайте свои горячие ладоши. А у нас случай. Внука отправили к бабушке на все выходные. Бабушка, бабуля, я к тебе на все выходные! Ба, спасибо, было все очень вкусно! Уверена, что в этой ситуации себя многие могут узнать. Итак, ситуация на баре. Кукуруза!
бутылочку вина, шампанского, водки, пива. Друзья, а следующая мини-тема очень актуальная. Случай на последнем звонке. Может быть, бисквит?